Что искать, что делать? Как зайти к нему? Вообще интересно. Вон они ходят, ищут меня, блин. Да запарили вы, что искать-то уже? Расходитесь. Бегай, дурачок. Да отвали же ты уже. Вот блин. Замечательно. Так, надо ему помочь. Сами боги послали тебя. Если бы не ты, меня бы съели заживо. Змеи не едят людей. Но наверняка убивают. Так что спасибо. Угу. Помогать тем, кто попал в беду, мой долг. Миру нужно больше таких, как ты. Особенно сейчас. Я от Перикла. Он волновался за тебя. Часто ты оказываешься в таких ситуациях. Что за странные шутки? Злодеи вломились ко мне, притащили сюда, связали и выпустили этих тварей. Угу. Останови их. Кого, змей? Злодеев! Зачем это сделали? В эти смутные времена политики — легкая цель. Они сказали, что я змея. Мол, пусть мои сородичи убьют меня. Ты узнал тех, кто это сделал? Перикл попросил меня сходить в рыбацкий район, поговорить с бедняками, обнадежить их. Так я и узнал их голоса. Да? В меня бросали объедки, оскорбляли. Злодеи скрыли лица, но их голоса и запах рыбы я не спутаю ни с чем. Где мне искать? Я не видел их лиц, но узнал голоса. Я слышал их в одном из районов Афин. Они часто бывают на диспутах Клеона, а живут в затопленной части города. Хорошо. Я отыщу их, Метеох. Не бойся. Люди на грани. Если так будет продолжаться, мы поубиваем друг друга без всяких спартанцев. Понял. Так, дальше. Сохранимся. Следующая точка у нас. Так, вот этот у нас кто? Ага. Блин, 25 уровень пойдет. Ugh!
ори. Сомневаюсь, что Перикл гордится этой частью Афин. Так, что тут у нас? Вали, вали, вали. Зараза, только а здесь змей. Змеи. Такие же чуть не убили Метеоха. Понял, обходим. Обходим. Так, что здесь у нас? Змеиные укусы, и кто-то спрятал тело. Хотя, мне кажется, смерть была случайной. Понял. Дальше. Похоже, почему? Задумали это покушение не те, кто напал на Метеоха. Должно быть, нападавшие живут тут. Но, судя по письму, они лишь выполняют чужую волю. Чью? Ты чего рыскаешь вокруг моего дома? Вы напали на Метеоха. Я нашел змей, письмо от вашего друга и труп. И все это здесь. Да, Актис. Мы знали, на что идем. Не прольется кровь, не настанут перемены. Почему именно змей? Из-за Перикла и его дружков. Мы пленники в своем же городе. Продавец змей сказал, что пришло время заставить их страдать. Нельзя самим вершить правосудие. Теперь мне надо понять, что с тобой делать. Клеон говорит, пора забрать город у элиты. Пора биться. Что бы ты с нами ни сделал, нам на смену придут другие. Я знаю, кто-то дал вам этих змей, вас просто использовали. Кто это ага. был? Настоящий герой Афин. И шавкам Перикла его не остановить. Ты орудие в чужих руках. Скажи мне, где продавец змей? Ладно, ладно. У него лагерь возле города. Там он продает змей. Еще не поздно все изменить, но нужно действовать вместе. Может, ты и прав, раз уж мы живы. Но с чего начать? Себя. Этот район ваш дом. Не думайте о политиках. Займитесь тем, что можно изменить. Спасибо. Попробуем. Я избавлю Афин от продавца змей. Попробуй. Так, продавец змей. Где он там у нас? Фига тут, блин. Затоплено все. Это, блин, бедняки здесь живут. Так, а ну и кара выпущу. Угу. Чё тут? Рынок бедняков, я же говорю. Седьмой уровень, как у меня, блин. Блин, опасно, тип. Ладно, внезапную атаку проведу. Там видно будет.
смотри, блин. Змей до хренища. Утырок, ты посмотри, что он делает. Почувствуй я в своей крови. Ну-ка. Я убью тебя, мистер. Убьешь его. На помощь! Горю! Так, прыгаем. Придурок. Собака, валим, валим нахер отсюда. Блин, вот это да. Чуть-чуть не попал я. Ай! Давай, давай, скорей, 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 скорей. Мочит он меня. Экстерю. Теперь есть. Перикла в безопасности. Ты кто такой? Ты кто такой, дядька, блин? Отлично. Разобрались. 25 уровень. Сохранюсь. Двадцать пятый уровень. Пойду-ка его тоже сейчас гасану сразу.